Ребят, привет. Так, да, я уже вижу, что в эфире. Хочу вам напомнить, кто в Геленджике, кто рядом с Геленджиком. Там проходит фестиваль «Возрождение». Вот, и мы с ребятами туда едем на фестиваль, на 3 денёчка буквально, совсем чуть-чуть, вот, и я так понимаю, что там будет прям вообще, вообще круто, вообще здорово, вот, там нас уже ждут, мы сегодня утром, завтра утром, то есть в 4 утра мы выезжаем, и днем мы будем уже там. Вот, поэтому если кто-то там, то присоединяйтесь, с огромным удовольствием вас ждем. Вот, и еще привет, Макс Космос. Космакс. И еще хотела сказать вам про горы. Очень многие спрашивают, есть ли места, есть ли возможность присоединиться. Да, ребят, есть места, есть возможность присоединиться. Там отель достаточно большой, но и у нас это вообще такой вот пробный выезд общий. Вот, мы такого никогда не делали, поэтому как оно будет, пока посмотрим, не знаю. Это будет 29, 30 и 1 числа. Ну, получается, полных это 2 суток. То есть первый день это заезд, последний день это выезд, естественно, из отеля. Вот, там какие будут моменты проходить? Там будут моменты проходить, что первый день у нас будет заселение и по болтушке, вскрывашке. На второй день у нас будет восхождение. Одно из самых красивых мест на Красной Поляне. Вот. И там я как раз хочу ребятам показать, как можно перейти в другое состояние себя, в другие плотности, в другие миры. Называйте это как хотите. Когда ты активируешь вторую часть себя, вторую часть своего мозга. Когда ты цельный. Что такое цельный? Это не найти себя, не полюбить себя. Может быть, поэтому и говорят, что найти себя, полюбить себя, потому что мало кто понимает, про что такое говорит, про что это говорится, про что это целостность. Это целостность, когда ты активируешь все свои нейронные связи, нейронные сети. Вот это вот, наверное, есть вот эта вот активация. Вот, возможно, я еще куда-то дальше копну. Но на данный момент я понимаю, что это так. То есть первый... Сейчас, секундочку, ребят. Вот. И целостность себя – это когда ты активируешь, что я начинаю так чувствовать, я начинаю так видеть, я начинаю там что-то еще, какие-то моменты. А это именно те, то есть нас же многие, во многие моменты не пускает наша голова, во многие моменты не пускает наше восприятие, наше... наша социальная программа какая-то, да? Вот. И когда ты выходишь на следующий слой, пусть даже своей головы, своего мозга, называйте это как хотите. То ты уже начинаешь видеть все вещи абсолютно по-другому, раскрытые.
у тебя нет преград, у тебя просто есть выбор того либо иного события, действия. И это уже про другое. И вот я хочу, чтобы вы прикоснулись к этому, это другие ощущения. Это не про то, что «О, я полюбила весь мир как под какой-то наркотой». То, что многие проходят под наркотой, это никак не... наркота, это я называю, может быть, это грубо, ребят, может быть, кто-то на меня обидится, но это уже ваше. Вот эти вот всякие там грибы, нюхалки, пыхалки, глоталки, там еще что-то, абсолютно неважно. Это все то, что изменяет сознание, это вообще не стоит ничего рядом с просветлением, как с просветлением. Это именно, что вы куда-то уходите, в какой-то мир, начинаете там что-то чувствовать, начинаете в нем что-то там. И вот это вот мне рассказывают, что вот я вот видел то. Блин, это такой бред, ребят. Вы разъединяетесь с собой. За счет этого вы разъединяетесь с собой. У вас нет единения. Когда вы активируете, давайте назовем так, активируете другую часть мозга, то вы понимаете, что все, что раньше для вас было закрыто, закупорено, вот все слипшееся, оно раскрывается, и здесь уже ваш выбор, брать это или не брать. Вы уже четко понимаете, чтобы что. Но для вас нет больше преград, для вас нет больше каких-то ограничений, для вас нет того, что вы не можете. Вы четко понимаете, что вы все можете, потому что вы сотворец того, что есть. Если я вместе со своим сыном, например, сделала вон тот пульт, вот, то я понимаю, что мы с ним вместе можем им пользоваться. У меня нет такого, что я у него начинаю спрашивать. Я начинаю говорить, а как он состоит, а из чего он состоит, а что я могу с ним сделать? Если мы его сотворили, я знаю, что это такое. И когда вы понимаете, когда у вас активируется, когда вы активируетесь у себя, давайте так это назовем, то вы понимаете, из чего все состоит. Вы это создали. Не вы создали, а вы сотворец. То есть вы не творец, а вы сотворец. Вы участвуете в каждом процессе, каждой плотности. И когда вы это понимаете, у вас начинаются другие процессы самого себя. Вот про это. Я, конечно же, хочу, чтобы вы к этому прикоснулись, чтобы вы это прочувствовали, ощутили, поняли, и будут абсолютно, абсолютно другие процессы происходить с вами, с вашими близкими, с вашими родными, с вашим окружением. Все через призму нового мира, вашего нового сознания. Это другое, все про другое, абсолютно все. Котята играют. Вот, и... Так, Наталья, ура, я еду. Да, да, Наталья, я знаю, что ты едешь в горы. Вот. И еще, ребят, смотрите... Я уже не один раз говорила, да, что клуб – это как моя отдушина, как моя душа – это то, что я свои видения, свои наблюдения, то, что со мной происходит, и первым делом открываю туда, в клуб. Если идут ретриты, то я обязательно провожу, то есть я включаю камеру на ретрите, чтобы ребята, которые в клубе, это видели. Вот, но тут все-таки решили вот эти вот... Марафоны, да, марафоны – это классно, это круто для тех, кто хочет новенький присоединиться, кто еще что-то, вот, но есть люди, которые меня уже знают, которые в теме, которые там еще что-то, им намного проще воспринять какую-то информацию, мне проще донести какую-то информацию, вот, и поэтому решили сделать такое, что 1000 человек, если набирает, когда, давайте так назовем, когда набирается 1000 человек в клубе, то я там провожу марафон 21-дневный по смене питания. Просто по смене питания. Какое бы оно ни было, вы будете как минимум на шаг, на следующем шагу. Вот, я там буду все более подробно рассказывать.
Но еще все-таки мы решили сделать, что это будет не просто клуб, это будет то, что если, например, я собралась что-то делать там, неважно, там, раз в месяц или раз в... То есть какие-то моменты, они, скорее всего, в следующий раз будут, попробуем это сделать через клуб. То есть хочу, чтобы клуб, он был живой, чтобы ребята смогли видеть какие-то моменты, те, которые, чтобы не совсем были вот эти вот разграничения, этот может, это не может. То есть это будет вот такой процесс. Тем более, что там настолько минимальная оплата, чисто символическая, поэтому это абсолютно доступно всем, главное было бы желание. Вот, но у меня сегодня прям тема, прям какой-то прям тема, ее нет. Я понимаю, что через несколько часов выезжать, а у меня даже не собран рюкзак, чемодан, там хоть что. И со мной такое всегда. И сегодня еще хотела с вами, знаете, чем поделиться? Сегодня у меня была консультация с девочкой, и там разбирали какие-то моменты, которые касаются ее. И как многих женщин тревожит один из вопросов, а как быть с мужчиной? То есть хочется вроде бы самой развиваться, да, хочется самой вкладываться, открываться, транслироваться этому миру, но в то же время хочется, чтобы был мужчина. И вот такой вопрос был: если будет мужчина, то как бы зачем мне тогда столько зарабатывать, зачем мне столько транслировать себя? А если себя не транслировать, а быть под его крылышком, так сказать, да, то тогда можно вообще засохнуть. И тут немножечко про другое. Я, наверное, прям сделаю про это эфир, чтобы было прям более понятно рассказать, что когда ты находишь себя, поворачиваешься к себе, то тебе не нужно ориентироваться на кого-то. Рядом с тобой те люди, которые будут кайфовать от твоего раскрытия, твоего потенциала. То есть раскрытие — это вот любимый человек на сегодня, чтобы было понятно, вот если у вас есть рядом любимый человек, близкий человек, он же кайфует от того, что вы, например, здоровы. Он говорит, ну вот здорово, как бы, и хорошо. Здорово, значит, там уже все остальное приложится, как у нас любят говорить. Так вот здесь та же ситуация, только когда твой человек, когда ты идешь в раскрытие, он понимает, что ты укрепляешься, ты стаешь более плотным. Это касается как женщин, так и мужчин. Что ты меня кусаешь? И здесь же не доказать кому-то, неважно, себе, либо ему про что-то, а важно кайфовать в этом состоянии, насколько вы готовы открываться, насколько вы готовы принять то, что с вами происходит. Но вот, видимо, сейчас я ее эту тему не готова раскрыть. Может, потому что котята здесь носятся. Задавайте вопросы, я отвечу на вопросы. Если вопросов нет, то если будет хороший интернет, то я обязательно проведу эфир с фестиваля. Я думаю, что это будет очень интересно. А если нет, то тогда после фестиваля обязательно вам все расскажу. Но после фестиваля у нас останется совсем немножко времени, чтобы поехать уже в горы и проходить там другие процессы.
И сейчас как раз у меня идут процессы с тем кругом, с которым я общаюсь. Именно потому, как в техническом моменте описать просветление. Потому что насчет него уже столько всего сказано, да? Но это все сказано, это все вот эта какая-то философская блажь. О, я вот это вот увидела, я вот это вот увидела. И я, наверное, вам про это больше расскажу. Не то, что не готова сейчас рассказывать, а вы же многие знаете, да, мою подачу, что у меня она такая какая-то жестковатая. Вот, и когда я начну рассказывать, это прям будет жесткач. Не, это нужно будет вам прям перемолоть, переузнать себя. Светлана, можете рассказать про четвертую группу крови? Нет, про кровь я в эфирах. Канал сразу же у меня удалят. Могу. Я про многие группы крови могу так рассказать. Вот. И, кстати, про группы крови я буду рассказывать очень глубоко, углубляться. Мы будем в марафоне «Депривация сна». Это напрямую связано со сном. Группа крови напрямую связана со сном. Напрямую связано с тем, кто вас будет несколько раз в день, чтобы вы в себя что-то запихнули. Как бы печально это ни было, как бы вы не хотели себе признаться, что я такой весь независимый или такая вся независимая, пробудившаяся, проснувшаяся, еще какая-то, но кушаю я, потому что мне это нравится. И об этом мы с вами поговорим, в том числе на марафоне «Депривация сна». «Депривация сна», я думаю, что уже ближайшее дни стартанет, потому что у нас там, по-моему, осталось всего 15 человек. И там мы и про группу крови поговорим, и придется затронуть нам и питание, потому что это напрямую связано с группой крови. Чем отличается состояние? В чаше между гор и на пике горы. Ну, потому что там разная вибрация идет в чаше горы, на пике горы. На пике горы она идет вибрационная дуга, если вы посмотрите. Она идет оттуда, закрепление вот такое вот идет, круговорот. Вот так вот идет. А в чаше она вот так вот идет. Там разная плотность. Но там абсолютно, я не скажу, что что-то лучше или что-то хуже. Там разные активности тела активируются. Разные кусочки тела активируются, разные контакты соприкасаются. Вот, и разное восприятие в тебе открывается. И вы, если заметили, то очень часто ставят лагерь, как раз разбивают лагерь именно в чаше, когда вот так вот идет. Убаюкивающая энергия, которая переносит тебя вне тела. То есть, что такое убаюкивающая энергия? Про это мы поговорим на депривации сна. Вот. Это когда вот так вот идет энергия, это когда ты засыпаешь, когда ты себя ощущаешь вне тела. Когда вот так вот идет энергия, то ты можешь через тело вылететь в определенные состояния. Ощущая, что тело в тебе, ты его не покидаешь. Это уже про другое. Благодарю. Да, ребят, присоединяйтесь в горы, про горы расскажу, почувствуйте эту энергию. Присоединяйтесь на марафоны, заходите в закрытый клуб. Вот. Все процессы абсолютно разные, но они все только на активацию вас. И это круто. А сегодня я с вами прощаюсь, буду собираться. Огромное вам спасибо, что были со мной. И
постараюсь оттуда сделать эфир. Всех обняла.